Всем привет, с вами Декоди, и вот уж не думал, что я все же буду записывать вступление к ролику, где Bloodlust, наконец, был повержен, после неудачного слива на последнем клике. 4,5 года назад мною был пройден Bloodbuff, который являлся хардестом аж до конца 2020 года. Как помню, на него была потрачена где-то неделя. Следующим стал Sonic Wave, и его прохождение заняло уже несколько месяцев, и вот, наконец, Bloodlust. Чтобы пройти его, мне потребовалось более полугода, с учетом ощутимых перерывов. На момент прохождения он находился на 32 месте в топе сложнейших демонов в игре, но сдвинулся на 47-е. То есть скилл игроков растет крайне стремительно, и тот же Sonic Wave скоро вовсе вылетит из топа 100. Я бы мог много чего сказать, но в прошлых роликах уже рассказывал и про противный свинкоптер, и про отвлекающие факторы в виде ярких ламп для хромакея. Кстати, именно поэтому я от него и отказался. Ладно, сразу перейдем к победному стриму. Честно, я сам не понимаю как, но именно на нем я начал доходить до 30+% каждую вторую попытку. Свинкоптер при этом вообще перестал быть какой-либо проблемой. На удивление, практически все на этом стриме меня поддерживали и говорили, что он будет победным. Собственно, так и случилось. Блин, я не могу видеть еще сбоку ГД. Ну, типа, у меня здесь 360 Гц, монитор там. Такое ощущение, то, что 60 Гц, типа, из-за того, что запись идет. Верим. Верим. Не верим. Понятно, 82, блин, противные, которые я первый раз поставил. У меня нос зачесался. Я не могу так играть. Да, теперь... Бля, слишком поздно кликнул. Причем все идеально было, но... Еще что-то в глаз как будто попало. Понятно. Блядь! Привет, ребят. Я из будущего, и знаю, что этот стрим будет победный. Верим. Пон, 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 пон. Мне пон, пон, пон напомнило дик-дик-дик. Удачного стрима. Я чувствую, что сегодня будет ласту пизда. Да, абсолютно точно. Спасибо. За такой позитивный донейшн.
затащишь всей церкви смотрит. Отлично. Ебать! Я прошел Батлав! Сука! Ебать! Так и знал, что сегодня получится! Ебать! Ебать! Это ГГ! Это ГГ! Это ГГ! Это ГГ! Это ГГ! Это ГГГГГГГГ! Это ГГГГГГ! Это ГГГГ! Это ГГ! Это ГГ! Фух! Ебать! Я прошел Батлав! Я прошел Батлав! Я затащил сегодня ебать! Вот это затащил, ебать, ебать, я не верю, я не верю. До Нового года! Все. Пошел отсюда, Батлав, сколько мне нервов потрепал. Все, вот такой гениальный комментарий. В общем, на прохождение моего нового Хардеста ушло 104 тысячи попыток. Просто этот момент не записался, но на стриме я все показал. Помню, что много кто не верил и говорил, ты не сможешь пройти Bloodlust, он не для твоего скилла. Но, как известно, если что-то пытаться на протяжении долгого времени, то это обязательно получится. На самом деле, очень здорово осознавать тот факт, что победа случилась именно в 2022 году. Потому что в 2023, возможно, выйдет и 2.2, и там точно будет не до прохождения демонов. По крайней мере, на это надеемся. Так уж вышло, что я выкладываю ролик 31 декабря, и поэтому хочу поздравить вас с практически наступившим Новым годом. Хотелось бы, чтобы он просто был хоть чуточку лучше текущего. Также, понятное дело, желаю всем всего самого наилучшего, и, конечно, спасибо за поддержку, которая отчасти помогла мне не сдаться. Всем до скорой встречи!